дедушка, мамин отец, 18-летним погиб под Берлином, а бабушкина сестра в 44-м пропала без вести. Как будто ты один такой. У меня в семье до сих пор хранится похоронка на прадеда. А у меня прапрабабушка в год войны медсестрой в госпитале работала. А у меня... Вот видите, мы не знали этой войны, но она прошла через наши семьи. Вы помните, сколько людей погибло тогда? Вроде бы больше 20 миллионов. Вроде бы. А ты вдумайся в эту цифру. Ведь многие из них были чуть постарше нас. Как страшно. Да, страшно. Но мы не должны забывать и страшные страницы нашей истории. Потому что забыть значит предать. Предать тех, кто не вернулся с этой войны. Мы пойдем на встречу с ветераном? Да, и в кино пойдем. Первые туфли на каблуке. Ах, этот вальс танцевать так хотелось. Усы и лентка. Положил ведь я вас всех в петербург.
война, понятно. А потом, когда мир будет, будет понятно, почему вам умирать пришлось, почему этих фрицев дальше не пустил, почему такое решение принял, что ответит. Хотелось пить. Мой муж геройски погиб во второй день войны, а сейчас и мне смерть прислала повестку. Жалуй, исчерпатый осколок. Мой маленький сын остался совсем один в этом огромном и страшном мире. Я знала, что рана моя смертельная, умирать я буду долго и трудно. Я застрелилась выстрелом в висок. Понравился мне сразу, когда стоял перед нашим строем, растерянно моргая еще сонными глазами. Я думала о нем и как на крыльях летела через лес, шагнула в болото, с трудом продвигаясь вперед. Осталось пройти последний кусок, как вдруг огромный белый пузырь вспучился передо мной. Это было так неожиданно, я не успев вскрикнуть, рванула в сторону. Земли не было. Ноги медленно, страшно медленно тащило вниз. А тропа была где-то совсем рядом, полшага от меня. Но эти полшага уже невозможно было сделать. Помогите! Я верила в себя и тогда, когда водила немцев от Осяниной. Ни на мгновение не сомневалась, что все кончится благополучно. И даже когда первая пуля ударила в бок, просто удивилась. Ведь так глупо, так несуразно и неправдоподобно было умирать 19 лет. Я могла бы затаиться, переждать, но я стреляла, стреляла, пока были патроны. А я не думала о смерти, когда бежала за кисетом нашего старшины, который он оставил на прежней стоянке. Бежала без опаски и понять не успела, откуда свалились на хрупкие плечи потная тяжесть? Почему пронзительно яркой болью рванула вдруг сердце? А! Реальный мир был суровым и жестоким. И я всегда жила в воображаемом мире. И хотела бы забыть и вычеркнуть все. Мертвые, полузакрытые глаза Сони и две дырочки на груди, узкие, как лески. Но не могла. И это рождало тупой чугунный ужас. Я метнулась через поля на перерез диверсантам. Коротко ударил автомат. Что такое подвиг? Прощание? Примера? Что такое подвиг? Мгновенье или вечность? Шла она неслышно от школьного порога. Ходила девочка из местных дорог. Запоминайте нас, пока мы есть, ведь мы еще на многое сгодимся. Никто не знает, сколько мы продлимся. А вот сейчас мы с вами рядом, здесь. Погибшие живут среди живых. Ушедшие ушли, чтобы вернуться. Во всех сердцах, во всех домах русских, неслышные